Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес. И Сайбасони, всем привет, ребят. Сегодня в нашем обзоре интересный мод, ребята, потому только что... Только для взрослых, 18+. Только... Плюс. Да, 18+. Видео, плюс. Сразу Родригес поставит ограничение, 18+. Нам прислали, ребята, моды, трактора деревянные, ребята, трактора. Вы можете себе представить, что бывают такие трактора, ребят, деревянные. Это же вообще просто... Просто нечто. Как детский у всех, да? И смотри, интересно, какие смайлики, я не знаю. Кстати, когда я вылазим из трактора, то есть пропадает деревянный как бы человечек, да, который тут. Ребят, ну, не знаю, у многих... О, ты осторожный, ты сейчас... Кстати, в описании здесь написано, что теперь можно смело говорить фразу «я езжу на бревне». Вот так вот. О, дела. В общем-то, он такой маневренный, я могу упасть сейчас. О, боже мой, он управляется не очень, конечно, хорошо. Так он управляется реально как это, руками, знаешь, катаешь. Котами катаешь, да, в детстве, ребята, многие, наверное, имели, может быть, такие трактора. Ребят, кстати, пишите в комментариях, у кого был подобный трактор или вообще были деревянные игрушки, я не знаю. Ну, не прибитые к полу, а вот такие, то есть, ну, подобные какие-то игры. Кстати, смайлик можно убирать, можно оставить смайличек. У нас здесь такое прямо лицо забавное, кстати, потешное. От первого лица можно, смотри, как прикольно ездить, вообще руль крутится. Слушай, а ты смайлик уберешь? Ух ты, да, от первого лица, ребята, вообще прикольно, кстати. Руль крутится обалденно. Кстати, ну что же там, мод самый, наверное, один из самых, ребята, оригинальных, который нам попадался. И я думаю, как бы он заслуживает, ребята, лайка. Ребята, он заслуживает лайка. Давайте посмотрим, давайте потестируем его, посмотрим, на что он, собственно, способен. Мне нравится, когда он катится, начинаешь разгоняться, и музыка разгоняется. Когда тормозишь, музыка тормозит. Послушай. Да-да-да-да-да. Кстати, музыка такая интересная здесь играет. Ну, как бы, немножко... Наркомания отдает немного, нет? Тут я тебе скажу, тяжелое даже. Амфетамины или ЛСД там, что там. Да-да-да-да-да. Здесь есть немножко, ребята, такое. Ну, в общем, давайте попробуем. Давайте, раз нам попался такой мод, ну что, нам придется его, наверное, протестировать вот так вот. Бам! Четко. Слушай, неплохо. Может, и вообще не переворачивается или переворачивается. Ладно. Ну давай, игрушка подлетает. По идее, не должна переворачиваться, потому что ты ее как бы руками все равно поднимешь, да? Ну да, типа. Да. А интересно, тонет она? Тонет в воде или нет? Мы это проверим, ребят, по завершении серии мы обязательно проверим, утонет наш деревянный трактор или нет. Так, я смайлик наклею, чтобы его, кстати, в лесу вообще хорошо видно. Смайлик. Конечно, не завершение серии сейчас, но я уже проверил. Ты уже проверил? И чё? Как? Случайно. Ну, тонет, как ты, да? Думаешь? Я пешком хожу. Она у меня скатилась просто. Вот это да! Вот это было, ты видел, да? Он, смотри, как катится, ты его фиг остановишь, блин, когда он на этом. Он такой инертный, прямо инертный очень. Так, ну я думаю, тебе нужно еще один купить, да? Придется. Так, все, купил. Давайте, ребят, попробуем. Смайлик убираю, а вот без смайлика... А вид от первого лица, ребята, забавно, конечно, все это дело смотрится, круто. Реально, вообще деревянный просто. Просто деревянный. Да? А фары? Ах, ты интересно, слушай. Есть? Нету. Есть, у меня есть свет. У меня свет есть, а они как бы не горят. Они не горят, да? Да, фар, ребята, нет, но освещение есть, ребят. Это интересно, это новый какой-то... Новая разработка, потому что фары, да, спрятаны как-то в деревянном, в дереве, я не знаю, спрятаны, да? Освещается интересно. Ну что, ребят, ну довольно интересный мод, конечно. Мы попробуем сейчас с Айботом сделать все возможное, чтобы его протестировать на максимум, да? Я не знаю, что с ним делать. Он деревянный. Надо, наверное, нам вот попробовать... Вот такие вот вещи. И мы обязательно прицепим какой-нибудь прицепное к нему. Я не знаю, что-нибудь, прицепчик какой-нибудь. Да, ребят, попробуем. По-любому. Вдруг это будет у нас не только уникальный, не только оригинальный мод, но еще будет и полезный. Это же вообще будет супер просто, мега круто. Так, я надеюсь, все-таки... Меня застрял. Так, у тебя застрял. Ты смайлик... Оу, 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 ты видел, да, сальто?
Прикольно, да? А еще одно. Такой какой-то прям, не знаю, вот вялки такой весь, да? Потихонечку все так крутится весь. Прикольно вообще. Это когда ты приходишь после, например, учебы или после работы и берешь этот трактор и погнал, то есть и все, да, начинаешь строить там ферму, копать там, не знаю, грядки, там садить картошку. Короче, со смайликом с этим, да? Да, со смайличком, да. И жизнь, она налаживается, ребята. Она обретает краски. Очень такая становится яркая, позитивная. Зеленые, красные, черные краски. Больше я тут никаких не вижу. Да, главное не переиграть с этим модом, ребята. Особенно с этой музыкой. Громко не делать. Громко, да, не делать. Давай мы тогда сделаем что? Мы сейчас попробуем максимально, ребята, разогнать его. И давай ты, наверное, вперед. И я сразу следом за тобой, чтобы посмотреть, как оно будет. Как это деревянный трактор у нас сейчас. Смотри, музыка вообще прямо ускорилась. Дико. Во-да! О-да! О, у тебя нормально получилось. У меня так не получилось. Ё-моё, я улетаю в речку. Я обиделся. Слушай, я уже на пару лет помолодел, по-моему, с этой игрушкой. Мы, наверное, чем больше будем играть с этим трактором, ребята, тем, так сказать, да, моложе будем становиться. Главное не делать стрима, понимаешь? Стрим, прикинь. Щетина уже пропадает, слушай. Да. Бриться уже скоро не надо будет, ребята. Седые волосы тоже исчезают. Седые волосы становятся уже... Морщины разглаживаются, ты чувствуешь? Я чувствую, как морщины разглаживаются. Они прям вообще... Слушай, я... Я говорю, главное, ребята, это очень опасно делать стрим с этим трактором, потому что стрим может уйти... Просто под конец станем очень маленькими, да? И ничего не будет понятно, что мы будем говорить вообще просто. Просто... О, да, слушай, я тут заехал на забор. Ну что ж, пришло время, я думаю, для того, чтобы нам попробовать его, так сказать, в деле. Мне кажется, нужно нам... Обязательно взять сейчас прицепы и поехать. Я знаю, здесь есть паровоз. Есть здесь поезд, есть, да. А, по-моему, он застрял у меня конкретно, да? Всегда? Давай, еще последний раз я попробую сейчас. Давай. Сейчас я сзади подъеду. Газуюсь еще вперед. Я сейчас толкну сзади. Давай, давай. Поезд, это самая классная тема, наверное, что может, собственно, сделать. Нет, наверное. Вообще никак. Так, я сейчас его продам. Так. Бери два, продавай. Два сразу продай? Ага. А твой тоже, бери. Что ли? А, да. Сразу мы сразу там что появится. Оба, а, ты сейчас уже, я понял, я тут продал его, уже было. Так, ребят, ну, посмотрим, что он сделает, собственно, с нашим деревянным трактором, поезд. Это трактор Буратино, ребята. Да, кстати, трактор Буратино, трактор Пиноккио. Так, поедем от первого лица. А, прицепы. А, да, прицепы, точно. Что-то разогнался, все слушай. Сразу. Давай попробуем. Все такие с этим, с прицепным. Давай попробуем с прицепным и такой вот и самый тяжелый, нет, такой прям вообще возьмем. Давай. Так. Так, есть. Есть, маленький. Отлично. Есть. Так, хорошо, ребята, он уже полезный, ребята, он уже полезный. Это радует, это очень радует, потому что это, ну, реально круто. Может быть... Конечно. Ох ты ж, хорошо, большой, я большой такой попробовал, смотри, вообще нормально, он прет, отлично, да? Едет. Даже не чувствуется, по-моему. Не чувствуется, да, я не ощущаю, что какой-то прям, он довольно мощный, слушай, он довольно мощный. Я не ожидал. Просто рукой толкал, да, как будто. Так, тихо, ты меня подталкиваешь, да? Чуть-чуть случайно. Так, ладно, поехали, давай мы тогда, поезд наша тема. Кстати, может быть, мы попробуем все-таки... сделать пируэт с прицепами, а? В смысле? Сделать пируэт с прицепами, как не, ты думаешь? Не, дай поезду пока, потом посмотрим. Мне интересно, что поезд с ним сделает. Что с ним сделает поезд? Деревянным. С деревянным трактором, ребята. Трактор Пиноккио. У нас еще не было никогда трактора Буратино. Это реально. Эти звуки сводят с ума уже, короче, потихоньку. Я говорю, главное не переиграть. Главное не переиграть. О, да что ж такое. Его заносит, ребята, его заносит. Потому что, видимо, у меня очень тяжелый прицеп. Да. Самый большой. Так, ну, здесь аккуратненько. Съехать.
Ой-о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 й-
поехали. Не, он мощный, конечно, вообще. Ну, он мощный, да. Ну, да, единственное, что в нем не очень, это то, что он очень инертный и тяжело поворачивается, прям очень тяжело поворачивает. Так, я думаю, наверное, вот так вот можно как-то сделать, да? И имеет смысл сейчас, я побегу, я пока... маленький, слушай, с его размерами. В смысле? Ну, как бы это, я думал, как-то другие размеры, оказывается, смотри. В смысле, я маленький по сравнению с этим трактором, да? А, трактор огромный какой-то вообще. Ну, ты, конечно, деревянный должен быть большой, массивный, так как он такой мощный. Я думаю, мы сейчас просто превратим из этого трактора деревянного. По нему проедется товарняк, ребята. По нему проедется настоящий товарняк, который его просто разрушит на мелкие кусочки. Дрова, короче. Да, дрова. Тут тоже дрова. Так, 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 так. Так, смотрим, наблюдаем. Я со стороны, как обычно, наверх. Давай со стороны посмотрим. Что нет. Сейчас произойдет? Да! И. Опять растолкало, да? Ох, нифига себе, что застрял, произошло? Застрял, смотри. Застряли оба, застряли оба. Прикольно, прикольно, они оба застряли. Мы в туннеле, ребята, мы в туннеле. Мы практически выбрались из этой трассы, из этой карты, я не знаю. Практически за пределы. Наконец-то застряли они, да? Наконец-то они застряли. Слушай, тоже, а мы тоже, наверное, да? Прикольно. Мы тоже застряли вместе с ними. Вот оно как. А слушай, он сейчас поедет обратно, ты знаешь об этом? Что он завтра поедет обратно сейчас. Я сел. Жду его. Что будет? Так, давай. У нас толкнет? Я думаю, он нас должен вытолкнуть. Ребята, он должен нас вытолкнуть. Так, я здесь ничего пока не вижу, но будем надеяться, ребят. Будем надеяться, что он вытолкает все-таки. Поезд он такой. Товарняк он долго не может. Он опять должен приехать сюда. Я смотрю, у тебя прям прицеп, смотри, мотыляет такой красный прицеп под такую музыку. Это твой. Реально, это успокаивающая, реально, успокаивающая, ребята. Такая у нас получается серия. Прям смотреть нужно на ночь ее. А кстати, можно сейчас разгоняйся. Музыка быстрее. Долбит прям вообще, да? Смотри. Ну как на ветру такое ощущение, что прицеп колбасится, как на ветру. Флажок такой, да? Просто флаг, реально. Флаг. О, едет, едет, поезд, слышу, я слышу. Давай, 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 обратно. Он должен сейчас при. А-а-а, черт! Он мимо, да? Он проезжает просто мимо. Капец. Ну все, мы тут остались навсегда. Мы, ребята, остались здесь навсегда, я думаю, это... Обидно, досадно. Это обидно, это очень, да, печально. И нам просто предстоит тогда сейчас взять новые трактора. Так, все, новые трактора я уже взял. А возьмем по прицепчику, и я думаю, наверное, нам нужно взять по большому прицепу, чтобы это было эффектно. И мы сейчас слетим с горы. Давай мы сейчас будем слетать с горы с этими прицепами. Будет довольно угарно, наверное, да? Давай, попробуем. Да, ребята, деревянные трактора у нас в нашем обзоре. Деревянные трактора. Ездим на бревнах. Ничего необычного. Ничего такого необычного, ну. Подумаешь, деревянные трактора. Так, а где смайлик у нас? Слушай, смайлика что-то я не вижу, подожди. На Г нажми. А, все, понял, да, сменить у нас. Там другое приспособление сидел. О-о-о-о-о, чуть я не упал в обрыв. Так, погнали. Смайлик вообще, конечно, красивый. Так, давай мы, наверное, сюда. Ох, нифига себе. Меня прямо заносит. Поехал. Мы тут проедем? Давай, я попробуем. Вот не знаю, проедем или нет. Музыка, конечно, обалденная. Ну, слушай, у меня уже начинает это, по-моему, в голове шевелиться. Мозг начинает выпрямляться. Выпрямляться. Извилины становятся более прямыми. Да, мне нужно здесь, кажется, мне нужно ставить ограничение, что нельзя в этот мод играть больше, там, я не знаю, так, там 2-3 часов, ребят. Цифры вспомнить. 1, 2, 4, 5, 6. Я думаю, к концу серии мы помолодеем лет на 10. Вроде все цифры я помню. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Все, да?
Так, давай, давай, давай. Смотри, он не едет. Слушай, я думал, это прицеп вообще никак его не напрягает, но тем не менее, слушай, он как-то... Напрягает, да? Да, немного есть напряжение. Напряжение есть у нас, нашего деревянного трактора. Он, оказывается, не всемогущий такой прям, да? Не читерский, а именно как раз, ребята. Не читерский, деревянный трактор. Деревянный, не читерский трактор. Сразу понятно, что читерский, да, деревянный трактор. Так, что, ну погнали? Что, давай, поехали. Давай, ты вперед. Ага. Разгоняемся, да, 90. 90. 100. 120. 120. 126. Ой. Во! Вот это да, красиво. Ой. Я просто улетаю. Куда улетел? Ты где? Ну да, вот здесь вот. Раз падаю, 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 падаю. Черт возьми. Кстати, сигнала у него, ребята, нет. Сигнала нет. Сигналки. Он у него всегда работает. Да, он просто постоянно музыка такая звучит, поэтому зачем ему сигнал нужен, да? Фух. Ну что ж, мы сегодня, ребят, посмотрели интересный трактор, деревянный трактор, такого который... У нас еще не было. Такого, ребята, не было. За оригинальность, я думаю, разработчикам нужно обязательно, ну, что-нибудь доброе, ребят, нужно обязательно сказать. Мы очень им, наверное, благодарны, что они все-таки делают какие-то оригинальные моды. Ребят, спасибо. Им завязывать нужно. С наркотиками. Неплохо не злоупотреблять. Неплохо было бы, конечно, сделать какой-нибудь ассортимент мелодий здесь, какой-нибудь небольшой ассортиментик, прямо не помешал. Тебе еще мелодии не хватило? Нифига себе. Слушай, тебя зацепил этот трактор? Зацепил, да, трактор прям вообще очень даже. Надо, говорит, мелодии пару сделать. Мелодии можно было бы, но какие-то. Я бы, еще бы, говорит, поиграл на нем, да? Ну, в общем, ребят, вот такой вот у нас сегодня мод, оригинальный. Если вам понравился, обязательно ставьте лайк, лайк за оригинальность, ребята. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в будущих обзорах. В общем-то, ребят, подписывайтесь на канал, у нас постоянно выходят новые серии, стримы будут часто выходить, ребят, на нашем канале. А с вами был Родригес. И Сайбат. Вам желаем хорошего настроения и до новых встреч, друзья. Всем пока-пока. Всем пока, ребят.